заехали за Есенией и зашли в Озон, купили кроссовки. Ну, мам, родители заказали на наш адрес, а мы получили. Дочь, иди сразу померяем. Кроссовки, ботинки, так сказать. Вот сейчас носить. В темноте вообще. Вот здесь вот иди. Ух ты, как ярко светится. Ну все, не потеряемся. Иди. Нормально все? Очень ярко светит. В темноте вообще. Удобно? Ну все. Всем доброе утро. Мы с Сережей сегодня дома и решили помыть машинку. Она уже пикала. Она уже мигала здесь. Ну, такой значок мигает специальный. Вот, сейчас будем чистить кофемашину. А, нет, она у тебя выключена же. А зачем тебе? Нагреться надо? Ага. Вот, мигает такой значок, значит, пора чистить. Сейчас будем чистить машинку. У нас есть средство очиститель от накипи для кофемашин. Вот. Ой. И, в общем, сегодня у нас будет уборка. Сегодня будем убираться с Сережей вдвоем. Наконец-то, ура! Давно мы с ним вдвоем не убирались. Все с детишками и... Не запоминаем мы, как чистить ее, каждый раз читаем. Потому что сколько раз? 3 месяца, наверное, да? Вот, а там много-много всяких манипуляций, операций. Но все равно забывается. Нажми эту кнопку, нажми ту кнопку. Вот, я читаю, Сережа делает. Это занимает где-то минут 20-30, да, Сереж? Час. Час? Ну да, она через 20 минут она смывает. Да? Блин, а я думала, короче. Ладно, ну мы этот, сейчас ее запустим. 20 минут она будет сначала прочищаться, а потом 20 минут еще что-то прочищается, а потом промывается. Вот так, по-моему. Ну мы за это время пойдем постель поменяем, да? Ну, чтобы... Сейчас установим, она будет. Да, сейчас поставим. Да, 20 минут у нас будет, мы пойдем постельку поменяем, потом опять придем, установим. Так. Давай пока. Полоски А. Первые сделали. Сейчас с химией здесь очищается. Ну вот с этим, со средством. 20 минут есть у нас. И видите, вообще ничего не вижу. Приходится с лупой читать. Вообще ужас. Я пришла менять постель. Смотрите, у меня новая простынь. Так захотелось. Таких котиков увидела на Озоне. Искала постельное белье. Вот. И решила просто сначала попробовать простынь купить. Она, конечно, ну, по качеству очень тоненькая. Ой, запыхалась, пока сейчас это простынь на резинке. Заправляла ее. Нужно приподнимать. Рука-то болит. Вот. Сережа сказал, я сам дочищу, иди. Такие котики милые. Вот. В общем, вот это качество такое тоненькое. Тоненькое. Неплотное. Ну, посмотрим, сколько прослужит. Так, мы, в общем, уже постель поменяли. Кофемашину помыли. И вот сейчас нужно сложить вот эти все зимние вещи. Есенюшкины. Мой пуховик. Но мой пуховик нужно сначала будет... Бить вот такой штукой, взбиваю. Так, и костюм Сережи, но его взбивать не надо. Есть 2 пакета больших. Сейчас сложим и положим в этот, под кровать. В общем, вещи сложили, как хорошо. Вот все-таки вот это дополнительное место под кроватью. Все поместилось. Сейчас начнем уборку. Почему Сереже мне нравится, когда он со мной вместе? Потому что он очень тщательно все пылесосит. Там, где мы не можем подвинуть, там, где мы не можем достать. Просто генеральный пылесос. Все, так, а я пошла мыть, как всегда. А, Сереж, мы хотели еще этот, под машинкой стиральной, отодвинуть ее и протереть. Будем? Буду оттуда пылесосить.
Пылесосить, да? Мы хотели ее там под ванной протереть, отодвинуть и протереть. А потом уже как раз мне нужно запустить еще стирку, там лежит постельное белье, начну стирать. Девочки, шок-контент. Шок-контент, пожалуйста, уберите чувствительных людей от экрана. Посмотрите. Ну, мы год, наверное, назад убирали перед Пасхой, и вот сейчас тоже перед Пасхой убираем. Это просто жесть. Боже мой. В общем, все, не буду вашу нервную психику долго. И вот, видите, под полочкой тоже вот эта полочка у меня здесь. Грязнуля, свинюшка. Все, буду сейчас исправляться. Видите, тут все отмылось. Все отмылось. И здесь протерли, вытерли, пропылесосили, вытерли. В общем, все. Сейчас будем обратно задвигать. И стирку загружу. И буду мыть ванну с туалетом. Девчонки, в общем, попользовалась этой шваброй я активно и дети. Что хочу сказать. Она, конечно, удобная чем? Что не нужно мочить руки. Да? Просто ее вставляешь. Руки у нас остаются сухими и чистыми. Смачиваешь, отжимаешь. Все это прекрасно. Для меня какой единственный минус? Наверное, большой для меня. Так как у меня болит рука. Вот так вот мыть? Хорошо. Если прям супер чисто пропылесосили полы. Никаких там нет ни крошек, ни ворсинок, ни волосинок. Потому что если вот так пылесосить, это вдруг там какая-то пыль, она будет вот здесь собираться, и придется ее вот так вот, а это уже не очень удобно. Или мыть вот так, тогда собирается весь мусор. Но у меня сейчас болит рука, и это мне очень неудобно. Вот единственный минус, что я увидела. Дети моют, в принципе, сын моет вот так, все нормально. Но если мыть вот так, это очень неудобно, вот мне лично. Поэтому для меня вот это минус большой сейчас пока. Может, когда рука пройдет, будет нормально. Вот, в общем, мы все пропылесосили. Сейчас я намою... Не сюда, подождите. Воду. Сейчас намою пол. И что, все. Так, мы закончили уборку. Там у меня стирается белье. И вот я дорожки сейчас... Из туалета, из ванной. Брала уже. Постираю. Сейчас вот осталось 16 минут. Еще тут и полотенце настирала сегодня. Все, постирала. И это постираю. Еще шторку хотела, но уже, наверное, завтра. Жарю оладушки. Вот такие вкусненькие, пышненькие. На кефире, как всегда. Есения попросила. Сережа поехал за Есенией. Почему поехал? Потому что нам нужно на рисование. В прошлую пятницу мы не смогли зайти. Сейчас немножечко изучили этот вопрос. Надеюсь, сможем на онлайн-рисование в этот раз зайти по Zoom. Вот, сейчас как раз пока он ездит, нажарю. У меня получается немножко. Вот еще буквально тут, наверное, на 3 штучки как раз получится. Я вчера блины пекла, ни один блинчик не съела, удержалась. Сегодня оладушки. Ну, блин, ну, не знаю, может быть, один все-таки съем. От одного ничего страшного не будет. А может, не съем. Посмотрю, как моя сила воли сработает. Занимается. Наконец-то сегодня у нас получилось войти в этот чат. Так, прибежала. Успела только один оладушек скушать. Ну ладно, потом закончит рисование, еще поест. А я булгур буду. Все, я держусь. Так, это помыть. Куда я ее ставлю? Сковородочку помыть. Пойдем. Все, провожаем Есению домой на выходные к родителям.
Медведя даже забрала своего. Сколько у нас тут? Года два просидел. Сказала, все, домой пора его забирать. Ой, кроссовки сверкают, сверкают. Уселись, а? Надо было снять тебе этот момент. Надо было снять. И Сеня тоже решила быть блогером. Сказала, буду тоже снимать. Пристегнули Мишку. Так, пристегнули Мишку. Все, все дети пристегнуты. Сейчас еще хотим заехать в Glory Jeans, померить там Есенечке штанишки, брючки. Все, едем? Едем. Я не вижу. Пойдем, пойдем, сейчас посмотрим, что тут есть. О, какая юбка. Не хочешь такую? Да, она у меня большая. Да я знаю. Но так, я тебе сначала покажу, какие штанишки. Я тебе брючки хотела померить. Так, где они? Ну, это большие. Подожди, это джинсы. Ну, можно чуть-чуть походить? Можно, можно. Ну, ты далеко не уходи, мы сначала померяем, а потом ты походишь. Вот любит ходить. Что-то какая-то мода сейчас, конечно. Широкие такие штанцы. Ладно, вот, по-моему, здесь. Точь. Да, вот. Вот штанишки, вот эти вот. Сейчас мы померяем с тобой. Смотри, вот такие. Вот такие штанишки. Как тебе? Ну, надо мерить. В школу как раз. Ну-ка. Это, наверное, какой размер? Сейчас посмотрим, Сереж. Так, сейчас посмотрим, какой это размер у нас. 7-8 лет, в принципе, 128-й, вот, наверное, как раз ей будет. Слушай, какие-то, я тут другие, а, тут другие есть под немножко. А, они, наверное, большие. Так, а это 134-140, это уже большие будут. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, вообще-то круто. Очень странная футболка. Она 140-го роста. Ну, неправильно, там бирки набиты. Купили брючки. Так классно ей. Надо как-нибудь прийти сюда, в этот магазин прекрасный. Он очень большой у нас. Но сейчас времени нет. Кёхенленд. Как? Кёхенленд. 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 Как? Кёхенленд. Кёхенленд. Кухня. Немецкий изучал. Кёхенленд. ЗАГС уже обретает свои очертания. Практически уже обрел. Так быстро строят. Ну, сдают вроде как на следующий. Четвертый квартал, 24-й. Да? В конце года? Ну да. Купили Есении. Какое лицо? Купили вы. Почему-то. Ну, белое лицо. А, в общем, купили Есении брючки в школу. Ну да, в них. А что такое-то лицо белое? Хоть свет включу, не такой белый будет. Вот, мне понравились, как на ней смотрятся широкие такие брючки. И отвезли ее домой. Сейчас едем сами домой. Осторожно. На улице хорошо,
тепло. Народу много, сразу как потеплело, сразу столько народу на улицах. И у нас, как всегда, тут препятствия на дороге. И на этом, наверное, буду заканчивать влог, мои хорошие. Пусть будет он не такой длинный. Но впереди выходные, Сережа на работе, Есения дома. Дети уедут сегодня вечером к друзьям на дачу на 2 дня. Так что снимать нечего будет, скорее всего. Я буду делами заниматься домашними. Ну, может, и поснимаю, посмотрю. Так что всем большой привет передаю. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь.